Ты меня спрашиваешь, да? С какого времени надо начинать воспитать лидера? Качество и передать его? Вот вопрос, валлаху алям, не так надо задавать его. Вот лидер – это весь общество его готовит, да? И надо начинать воспитать его до того, как он родился. Как выбирать его матери? Как выбирать, понимаешь, да? В какое общество даже жить? Поверь мне, лидер никогда в детстве, ты увидишь, он не будет одевать модные одежды, или Дольче & Габбана, Армани, Босс. Лидер обязательно, он должен был в детстве вкусить голода, понимаешь, да? Или должен был в детстве, через, как мы говорим, через мясорубку пройти и остаться в живых, чтобы выйти к этому миру. Вот, допустим, посмотрим на Умар ибн Абдул-Азиз. Давай перед тем, как начинаю говорить про него как лидер, я тебе рассказываю историю сотнелетней давности. Сто лет давности почти. Когда Умар ибн Хаттаб однажды караулил в Аль-Мадина Умар ибн Хаттаб и услышал девушку с матерью разговаривает. Мать сказала, лей в молоко воду, чтобы побольше был объем, и мы могли продать этот молоко побольше. Она сказала, о, мама, о, мать, Умар запретил же. Мать говорит дочке, но Умар не видит. Не видит никто, в том замане никто не может определить, что там вода. Она сказала, если Умар не видит, то Господь Умара видит нас. Умар это слушает. Умар оставил знак у этого дома, пошел домой к своим детям. Я нашел невесту, все. Брат мой, там не надо было знать ее размеры, понимаешь, да? Сколько у нее подписчиков, работа, деньги. Ничего не знал Умар, прямо назвал его невесту. Я нашел невесту, все. Детям говорит, если вы не женитесь на ней, я женюсь на ней. Значит, что дала Умару? Жениться или приказать детям, угрожал их, если вы сами не возьмете, я женюсь на ней. Это должна быть наша невеста, короче. Понимаешь? Критерии какие. Вот не смотрел ни на остальное, ничего не смотрел. Только три слова. Господь Умара видит нас. Халас. Понимаешь? Субханаллах потом согласился жениться на ней Асим. И от них, из их плодов там дальше Абдул-Азиз, потом кто? Умар, сын Абдул-Азиза. Брат мой, Умар ибн Абдул-Азиз, говорят, настолько был справедлив в его замане, волк пасся рядом с овсами. Понимаешь, настолько был справедлив. Даже когда Умар ибн Абдул-Азиз, знаешь, так, пошел посол его в другом городе, в Багдад, или не ошибаюсь, в Мекке или в Мадине, сказать, что умер. Субханаллах, один сидел, если не ошибаюсь, он умер в Аш-Шам. И один бедуин просто сидел, старик, в дороге, и увидел человека, говорит, откуда ты? Он сказал, из Дамаска. Говорит, я хочу тебя спрашивать. Хал матар раджулу салих, тот праведный мужчина умер? Имеется в виду Умар ибн Абдул-Азиз. Он сказал, да, ну откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Ты не успеешь? Я первый, кто узнал, и пошел рассказать дальше. Он сказал, у меня волк никогда не напал на моих овцов. Вот он наконец сегодня напал на них. Знаешь, лидер был. Ну, что играло в его создание? Понимаешь? Это то, что как думал Умар. Поэтому, брат мой, может, сегодня мы с тобой не лидеры. Это не моя, как сказать, это мы не заслужили, на самом деле, мы не такие. Но я скажу, мы должны подготовить обстановку. Подготовить их сегодня. Может, иншаллах, дай Аллах субхану тааля из твоих правнуков, кто его знает. Может быть, он будет помощником лидеров. Понимаешь? Дуа из Корана, который, субханаллах, Аллах субхану тааля, когда описывает Аллах субхану тааля в Коране, когда Аллах описывает раби милостивого, что говорит, «Ва ибаду рахмани ладзина ямшуна аля ларди ауна», раби милостивого, которые ходят на этой земле спокойно, и дальше Аллах субхану тааля говорит их критерии, и в конце, знаешь, что говорят? «Валладзина якулуна раббана хаблана мин азваджина, ва зурриятина куррата аюн, ва джаальна лил муттакина имама». Смотри, «О Аллах, радуй, о Аллах, даруй нам». Или радуй нас при виде наших детей. Прохлада глаз. Представляешь, ты видишь своих детей? Дай нам, и, о Аллах, чтобы прохлада для души, для сердец, когда мы видим своих детей. И дальше что он говорит? «Ваджаальна лил муттакина имама». О Аллах, сделай, чтобы мы были имамами среди богобоязненных. Имамами. Знаешь? Имамами, ведущими. Понимаешь? Субханаллах. Брат мой, ему достаточно этот мелочь, который в руках.
أحاديث بروكة صلى الله عليه وسلم أبيتا بريكراسني إن الله يحب معالي الأمور. الله لوبد في الساتشايشخ في الشيء понимаешь, высокие, горды, большие, достойные похвала, да? И любят горды, уашрафа, и уякраху сафасифа. И Аллах Субхану Тааля не любит этих мелочей. Представляешь, некоторые люди сегодня сидят, занимаются мелочами. Представляешь, Субхану Аллах, умма страдает, а он сидит и говорит, не так тасбих надо делать, брат, а так тасбих. И набирает сотни тысяч внимания об этом. И увидишь, мечеть сидят, ругаются или спорят между как тасбих так, арабы так читали, субханаллах, 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 субханаллах. Это вообще ерунда, сафасиф, сафасиф, понимаешь, да? И, или так далее, что сидят, народ страдает о другом и говорят, мечети не так, нельзя так строить мечети. Эти купола нельзя так строить. Надо строить обычный, как строил пророк Мухаммад саллям. Но ты на секунду думай, представляешь, мы будем строить сегодняшний мечеть, как мечеть пророка саллям, а наши вылли, наши дома прекрасные, большие, а наши мечети скромные, как мечеть пророка Мухаммад саллям. О чем думают эти люди, представляешь? И сидим мы в каждой мечети об этой ерунде говорим и обсуждаем. Аллах Субхану Тааля любит великие вещи, поэтому, субханаллах, некоторые говорят, ну пусть мой сын таксист будет. Да, я не ругаю таксистов. Смотри, я не ругаю таксистов, астагфируллах. Этот человек хочет кормить свою семью халяль. Но здесь ты воспитай его быть лидером, лидером, большим человеком. Субханаллах, понимаешь? Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был в пустыне и увидел одного бедуина. Бедуин прекрасно угостил пророка и Абу Бакра. Он сказал ему, когда ты придешь к нам, мы тебе возвращаем, угостим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, о, сегодня мы тебе возвращаем твой долг. Ты нас угостил, мы тебе возвращаем. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, спрашивай, что ты хочешь? Он сказал, я, Расулаллах, я хочу верблюд, я хочу несколько овцов. И здесь пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сильно расстроился. Он сказал, ну ты спрашивай. Он говорит, мне все, верблюд, халас. Верблюд и несколько овцов, и это мне вот столько хватит. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям расстроился больше, говорит, неужели не может один из вас быть, как Ажузу бани Исраиль, тот старая женщина, которая из сыновей Израиля. Вот историю сейчас расскажу. Эта женщина, она настолько старая, уже даже говорят, кожа уже со складками, вот так, кожа настолько старая, складка. И Муса, алейхиссалям, когда хотел въезжать из Израиля, у Юсуфа до него было завещание. Если евреи выходят из Египта, ну Египет лучше скажем, из Египта, пусть забирает мое тело с собой. Понимаешь? А субханаллах, уже все забыли, где тело и где могила Юсуфа. Только этот ажуз, этот старая, только этот старая, она знала, где его тело. И Муса пришел, говорит, покажи, где ее тело. Говорит, я не скажу, пока ты не сделаешь мне то, что я хочу. Что ты хочешь? Угадай, что ты хочешь, старуха. Что ты хочешь? Что она хочет? Верблюд, как этот бедуин. А хочет машину, Порше, Мерседес, завод, Дуня. Нет, знаешь, что сказала? Я хочу быть твоей подругой в раю, соседка. Все прямо. Уриду ан усахаба такая фильджан. Мусахаба. Рядом с пророком спутница в раю. Даже Муса не согласился. Муса говорит, не дано мне это. Ну ты всего лишь, ну это маленькая информация. Маленькая информация, за это ты хочешь целый рай и быть со мной в раю. Говорит, да. Что тогда не скажу. Вернулся Муса к своему Господу, Аллах Субхану Тааля говорит, дай, что она хочет. Понимаешь? И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, этому бедуину, ты неужели не можешь быть, как эта старая женщина? Вот субханаллах, а сегодняшний день увидишь последняя цель нашего брата какова? Купить крутую машину, жениться на красивую женщину, и все, стоп, заработал 100 рублей, все, стоп, халас, я дошел, больше не хочу. А этот старый, все, нет. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, просите у Аллаха самое высокое место в раю, самый высокий аль-фирдаус аля. Некоторые, валлахи, я видел, даже из арабов сидят около Кааба и так, говорят, я Аллах, дай мне хоть земля около рая даже. Мне достаточно, я не алчный. Нет, ты здесь должен быть алчным. Здесь ты должен быть еще какой алчным. Это у Аллаха, хазаину ас-самавати валь-ард, ва сари'у иля жаннатин 'ардуха ас-самавати валь-ард, уиддат лил-муттаqin. Аллах говорит, идите к краю, который его ширина, земля и небо, вот понимаешь, ее уготовлено, нет, он хочет просто чуть-чуть в раю, нет, там ты должен быть алчным, брат мой. Вот один сподвижник, субханаллах, я очень люблю этого сподвижника, очень люблю, Кутада его звали. Этот Кутада в Ухуд попал луч в его глаза, даже глаз, Аллах, плакать охота, его глаз
тек на, прямо выток на лицо. Даже в некоторых говорят, что его глаз весь вышел и только остался, представляешь, висел так с сухожилиями. Вот на самом деле есть такие сухожилии, да? Мускулус орбиталис по-латински. Сухожилие вот так. И глаз торчит. И что делать? И пришли к нему другие сподвижники, сказали, надо убрать его, ампутировать его. Но он страшный. Он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, видел, что его глаз потек под щекам, сказал ему Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы можем тебе вылечить? Мы можем тебе вылечить? Да? Или, дает ему или мы тебе дадим рай. Или ты потерпишь, и иншаллах Аллах субхана тебе дадит рай. Значит, или терпение, собор, рай, или глаз. Знаешь, что он ответил? Я Расул Аллах, айни валь джанна. Я Расул Аллах, хочу и мой глаз, и рай. Знаешь? И тот. Я у Аллаха прошу, не у тебя. Субханаллах, однажды я помню, у меня самого, субханаллах, когда мне было 25 лет, реально у меня была мощная проблема. Даже я вышел из медицины, я вышел полностью. Когда поехал из Австралии, думал, я дальше не продолжаю быть хирургом. Я помню, тогда стоял около Кабы и реально рыдал. Говорю, я Аллах сделай так, чтобы я стал известным, полезным хирургом. Хоть я уже год работаю вообще в другой сфере. Субханаллах, у меня душа говорит, ты все уже работаешь там, вообще в другой сфере. Я потом, и этот голос настолько мешал мне, я стою около Кабы, я потом говорю, я у тебя прошу, что ли? Я у Аллаха прошу. И субханаллах, как всю жизнь перевернулась, знаешь, и как возвращаться, да, понимаешь? И альхамдулиллах, это увидел я сегодня. Что хочу сказать нашим братьям. Братья мои, когда ты у Аллаха просишь, у Аллаха проси высочайшие вещи. Когда ты воспитаешь, воспитай Хамза, воспитай Али ибн Аби Талиб, воспитай Халид ибн Валид. Вот таким образом, вот такие названия называй его. Ой, аслан мой, о, лев мой, о, понимаешь? Вот так обращайся, о, тигр, вот так надо, иншаллах. И дай Аллах, субхану та'аля, таким образом мы подготавливаем ауру для этих лидеров. Аминь, я рабу алям. Дорогие братья и сестры, если вы хотите иметь базу, основу, знания о нашей религии, хотите познать Всевышнего Аллаха, определять, что такое куфр, ширк, бида, сунна, знать, как правильно делать омовение, что портит омовение, как правильно делать намаз, какие столпы и условия намаза, как правильно поститься, когда можно поститься, когда нельзя поститься, что такое нравственность, что такое адаб, этикет, общение, разговора, поведение, что такое хадис, наука о хадисе, что такое сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, как определить слабый хадис от достоверного хадиса, что такое вымышленный хадис, как с ними работать и все остальное, то у нас есть 4-месячный курс, в котором есть все эти предметы, есть эти науки и есть эта база, основа, которая необходима каждому мусульманину. Пишите по этому номеру, записывайтесь на курс и приобретайте знания, приобретайте базу, основу, которая необходима всем мусульманам.